Сэр, кто вас грабит? А ну показывайте! И заодно кассу мне тоже показывайте. Да, давай, обчищай кассу. Быстро, быстро, быстро вытаскивай все из кассы. Вау, вау, как я здесь оказался? Что я делаю на дереве? Блин, как же все тело ломит. Тревор, ты как тут оказался, блин? Кажется, я что-то припоминаю. В Лос-Антосе вроде была гигантская торнадо, и после чего я отключился и ничего не помню, но, видимо, торнадо забросило меня прямо сюда! Блин! Ауч! 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 Черт, Тревор, любишь вмазываться во всякие переплеты. Ах, ну ладно. Что ж, было весело, пришло время отправляться домой. Только я очень голодный, наверное, не ел целый месяц. Так, надо бы у кого-нибудь перекусить. Здравствуйте, мэм, не приготовите мне обед? Спасибо, какую-нибудь курочку, если не против. Мэм, откройте дверь. Мэм! Ой, ой, я не хотел... Блин, Тревор, что ты натворил? Побежали отсюда. Нельзя же вот так приходить в гости к людям. Тебя вообще учили гостеприимству, а? Эй, есть кто дома? Дядя Тревор пришел. Ворота открыты, ну ладно. Алло? О, здравствуйте. У вас тут обед, я смотрю. Великолепно. Слушайте, не угостите меня обедом, а то я... Целую вечность ничего не ел. У меня торнадо засосало вроде как. Что у вас тут на кухне есть вкусненького? Почему у вас тут нет еды? Угостите Тревора, чего вы меня игнорируете? Эй! Минуточку, а ты вступил в мою группу ВКонтакте? Если еще нет, то вступай обязательно, потому что там тебя ждет конкурс, и ты можешь выиграть эксклюзивную сигну. Ссылочка в описании. Так, я не понял. А ну живо покормили Тревора! Живо покормили Тревора, кого я сказал? Куда побежали? Тревора кто кормить будет? Стоять! Стоять! Ах! Вы куда прыгаете? Эй! Эй, а ну вернулись живо назад! А ну вернулись живо назад! Быстро к Тревору! Ну куда вы побежали? Я же к вам с добрыми намерениями! Эй, стойте! Вау, какой классный город! Человеку-пауку здесь определенно нравится, здесь тепло и уютно, но этому городу явно нужен супергерой, чтобы расправиться со всеми злодеями, а преступности тут наверняка много. А паучье чутье уже подсказывает, что здесь кто-то нарушает закон. А ну стоять, это дружелюбный! Это дружелюбный Человек-паук, между прочим, вы что в меня стреляете? Получай, получай, вы что себе позволяете, я понять не могу. Ну ладно, придется тогда надрать вам задницу. Опа, пам-пам-пам-пам. Ты что, сбитый решил на меня замахнуться? Получай ногами по голове. Ха-ха. С Человеком-пауком никто из вас не справится, между прочим. Получай паутиной. Ха-ха. Слушайте, я бы никогда и не подумал, что криминальный Нью-Йорка быть гордо не может, но Лос-Сантос, Лос-Сантос это прям совершенно другой мир. Думаю, здесь мне понравится. Ты что это там задумал? А ну отдавай свое оружие, получаем по лицу. Ха-ха. Фух, ну что, с одними преступниками расправились, пришло время отправляться к следующим. Уоу. Так, мне кажется, кому-то нужна срочно помощь. Какой-то психопат напал на людей. Вживо туда отправляемся. Не переживайте, Человек-паук теперь вас ото всех защитит. Со мной уж точно никто не справится. Какой свежий, приятный воздух и виды какие красивые. А ты давай не отвлекайся, готовь мне этот стейк, чтобы был с шикарной прожаркой. Не дай бог, там что-нибудь пригорит. Дядя Тревор разочаруется. А вы танцуете и радуете моих глаз. Да, классно, классно. Ну что, а вы, блин, переживали? Тревор же никогда никого не обидит, ну ё-моё. Что тут происходит? Оставь этих людей в покое, и тогда я не надеру тебе задницу. Ты еще что за клоун такой? А ну убирайся отсюда! Это закрытая вечеринка. Я еще раз повторяю, оставь этих людей в покое, и тогда я не надеру тебе зад. У меня еще много работы, так что давай не будем терять времени. Надерешь зад мне, Тревору? Ты мне собрался зад надрать? Кто кому сейчас еще зад надерет, гребаный клоун? Проваливай отсюда! Ах, каких только придурков тут нет! Ой-ё! Что все загорелось-то? Девчонки, продолжайте танцевать!
Господи, ладно, все, сваливаем отсюда. Извините, что вечеринка не удалась, и я в этом не виноват. Теперь кого нам еще домой отправляться? Это что еще такое? Что происходит? Ты как еще жив остался? Блин, ты что за липкой херней меня пуляешься? Ау! Ау! А ну отпусти меня! Черт, ты что за клоун такой? Ах, хватит, блин. Слушай, ты меня разозлил. Ты разозлил Тревора. Ай, черт. Как выпутаться, что это за фигня такая? А ну проваливай отсюда. Какой он быстрый и резкий увернулся от РПГ. Так, перезарядка. Ауч. Блин. Слушай, ладно, давай договоримся. Ай, ай, ай. А ну получай, чертов клоун, я весь липкий теперь из-за тебя, откуда ты только взялся в моем городе? Вот так вот, вот так вот. Фух, вы спрашиваете, как так получилось? Да я сам не знаю, но Тревор способен и не на такое. Слушайте, а прикольный костюмчик у него так-то, может быть на себе его примерить? Братан, надеюсь, ты не будешь против. Ну что, как я выгляжу? Тесновато, конечно, жмет немного, но нормально. Ну что, спасибо большое, то, что дал мне свою одежду, неудачник. Что он там говорил? Он должен помогать людям и спасать город? Ну что, давайте продолжим его миссию. Стоп. Мне нужна ваша машина. Человеку-пауку, мне нужна ваша машина. Ты что, офигел, что ли? А ну стой! Нельзя отказывать Человеку-пауку в его просьбах, нельзя! Блин, придется взять эту машину. Опа! Вот так он поступает, настоящий человек-паук из Лос-Сантоса. Так, заводим. Ну что, поехали в город творить добро. Что же еще нам делать-то? Полиция! Полиция, это дружелюбный сосед Человек-паук. Пропустите меня. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не, так дела с Человеком-пауком не делаются. Вы что делаете-то? Ай, ё-моё. Вы что, совсем офигели? Я помогаю городу, между прочим. Знаете, где больше всего плохих людей? Конечно же, в гетто. Гангстер Фрэнкли меня понимает. Так что давайте-ка наведем здесь порядок в таком случае. Здрасте. Человек-паук приехал наводить порядок. Кому тут нужна помощь? У какой котя? Кис-кис-кис. Эй, дамочки, вы что за курятник здесь развели? Почему у вас курицы по городу бегают? Не по делам. Придется разобраться с вами. И с курочками тоже. На курице должны быть только в KFC. Вы поняли меня? Эй, народ. Вы, случайно, не из Вагасов? Ненавижу Вагасов. Терпеть не могу Вагасов. А вы очень на них похожи. Ну что, тогда получайте сюрпризик вам. Вы что? Что там сюда против Человека-паука имеете? Человек-паук творит только добро. А ну стойте. Получай. Полицию? Ты, я же помогаю городу. Полиция тут опять тут как тут. Ну что, там придется разобраться и с полицейскими тогда. Получайте. Раз вы тоже плохие в этом городе, то значит придется и с вами разобраться. Слушайте, а Человеком-пауком быть даже весело. Ха-ха. Жаль, я не могу пуляться всякой липкой фигней, которой пулялся он в меня. Только если снять штаны. Но у меня есть и другие средства, более понятные. Ха-ха-ха. Полицейские уж точно их поймут. Так, ну в этом районе я вроде порядок навел, пора отправляться в следующий. О, кажется, кто-то грабит магазин. Человек-паук обязан вмешаться. Сэр, кто вас грабит? А ну показывайте. И заодно кассу мне тоже показывайте. Да, давай, обчищай кассу. Быстро вытаскивай все из кассы. А? Кто не идет, давай. Живее вытаскивай все из кассы. Кому тебе сказал? Че так долго-то? Быстро. Больше денег. Давай. Давай. Все, спасибо, сэр. Хорошего вам дня. Ух, неплохо. Помогли с ограблением магазина. Дружище. Оп, клевая тачка. Мужики, все в порядке в этом районе? Ты что это делаешь? Ты вообще в курсе, что нельзя курить рядом с АЗС? Или тебя не учили этому? Да, тебе нельзя курить. Ты еще и толкаться будешь? А ну, давай прогуляемся. АЗС, ты очень опасное место, мужики. Тут ни в коем случае нельзя курить. Вы меня поняли? Отлично, они усвоили урок. А это еще кто? Дружбаны их, что ли?
Мужик, да ты облажался и не успев приехать, ты в курсе? Давай-ка я тебе помогу усвоить тоже урок. Ау, боже мой! Что-то мне плохо, кажется, я все кости себе сломал. Кто-нибудь, помогите Человеку-пауку. А, как я здесь очутился? Я помню эту крышу, я здесь уже появлялся. Черт, как меня опять-то сюда занесло? Но, по крайней мере, я чувствую себя достаточно неплохо. А еще у меня дико болит голова и говорит отправляться на ту красную метку. Что со мной случилось такое? Воу! Нифига себе! Это еще что за фиговина у меня из руки? Слушайте, кажись, я обрел силы того странного мужика, которого я побил. Не знаю, каким образом, но теперь Тревор превратился в настоящего Человека-паука. Слушайте, ну в таком случае надо отправиться и разобраться, что там происходит. Эй, что тут творится? Бандиты кого-то грабят. Вы что делаете? В моем городе грабить? Вот так вот получайте. Получай тоже. Ишь ты, что захотели в моем городе кого-то грабить? А так вот. Блин, мне нравятся силы этого мужика. Видимо, Человек-паук все-таки существует, но... Никакой паук Тревора не кусал. Получается, что чтобы стать Человеком-пауком, достаточно надеть его одежду. Ребята, берите на заметку. Сможете тоже вот так вот летать по городу и бороться с преступностью. Правда, я не очень-то рад этому делу, потому что это все-таки мои братаны. Тревор один из них. Но вариантов у меня нет, придется надрать вам задницу, как минимум потому, что вы напали на меня. Вы вообще в курсе, что вы напали на меня? Получайте мусорным баком по голове. И ты тоже. Да, мне нравится это дело. Что такое? Что ты хочешь? Без биты остался, что теперь будешь делать, а? А? Вот так вот, получай паутинкой по лицу. Знаете, использовать эти силы на благо для неудачников. Первое, что я хочу сделать, это пойти и ограбить банк, а потом надрать задницу полиции. Мне кажется, что такой план для Тревора Филлипса идеально подходит. Что происходит? Что происходит? Я что, на кладбище? Вы что, совсем оборзели? Вы что, хоронить меня собрались? Я живее всех живых, алло! Что со мной произошло? Офигеть, Тревор, ты оказывается живой! Я так счастлив! Черт, бля, гребаный Тревор! Йоу, Тревор, тебя сбила машина! Мы думали, все, ты скончался, поэтому сразу приехали сюда! Какая еще машина? Я был Человеком-пауком, между прочим, или стоп, или мне все это приснилось? Черт, я что, не летал по городу? Черт побери, как всегда все через одно место. А ну проваливайте с моих похорон. Я не давал разрешения себя хоронить. Вы меня поняли? Вон, вон отсюда все. Черт. Вот так вот всегда и получается. Обретаешь суперсилу, оказывается, ты просто сдох, и тебя уже собирались хоронить. Ну, ладно, будем жить дальше. Это тоже круто. Не забудь поставить свой зверский лайк, если тебе понравилось это видео, и подписывайся на канал. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения.